Каспийское море на редуто там из берегов вышло, походу. Администрация, все там ответственные службы, главы. Это уже 10 лет продолжается. Вот это редукторный топит. Нельзя ли здесь что-то придумать? Разрулить эту ситуацию? Насосы ставить здесь? Я не знаю. Люди машины свои портят. Люди вот... Женщина стоит, не может перейти. Смотрите. Люди закатывают брюки, чтобы перейти дорогу. Это не издевательство разве? По всем пунктам. То электричество, то газ, то дожди, то вода. Все через одно место. Муслим, посмотри, вот Кирова, Акибазар, блин. Посмотри, пожалуйста. Какая вода, заводнение. Ну я выехал, конечно, ты же знаешь, блядь. Волк выскочил, смотри, заводнение. Кошмар. Что творится в Махачкале? Вот тебе, столица Республики Дагестан. Пожалуйста, посмотри. Что только здесь нет. Здесь можно сейчас рыбачить. Вот здесь Галбас тоже Мухаммад наш, сирхинский бец. Вот так, что вот так, муслим, посмотри, что творит. Там смотри, вода, вот говорит, не стоит никуда выезжать, друзья, так что сидите дома. Thank you.